Итак, доброго всем времени суток. Тап-тап Heroes, пятница. И сейчас посмотрим, какое же все-таки обновление на этой неделе. Ну, вообще, анонсы теперь же есть, регулярно можно посмотреть. То есть, вот, 231 уровень. Анонс геймплея, вы сюда заходите. Здесь акция. Здесь предстоящие события. Ну и расписаны. Во-первых, какие сейчас идут, во-вторых, какие там начнутся. Вон, легендарные руины. И праздник весны. Еще зима, а у них уже весна. Это все будет на следующей неделе. Разыгрываться будет... тут вообще крутые персонажи будут разыгрываться. Никс. Кто еще? Сартарион. Ну, в общем, нормальные такие перцы. Здесь даже будет Бальтазар. И в Чудо-Древе у нас будет... Ну, короче, теперь этого нового чела двигают. Герой света. Ну, параметры у него мы в прошлый раз смотрели. Такие среднечковые. Ничего выдающегося в этом герое нету. Вот. Ну и сейчас переходим тогда к... обзору ивента. Он действительно должен быть таким довольно-таки интересным. Так. Сейчас мы здесь пройдем. Главу можно, в принципе, даже, ну, я так думаю, следующий пройти, проколотить, раз мы получили уровень. Заодно глянем. А, не глянем, у меня на автопой стоит. Ну, мы тут свободно всех проколачиваем, поэтому труда, в принципе, не составляет. Довольно-таки много дали сразу локаций пройти. Неплохо. Я считаю. Целых, смотрите, уже 5 штук. Ну и сейчас, наверное, будет, да, 200-300. Каждые 3 уровня, поэтому все ясно. Так, получаем ключи за прохождение 38 главы, и у нас 39.4. И остается 40 до 44. Я напоминаю, что мы на последнем уровне, 44 глава сейчас последняя считается. Тап-тап Heroes. Вот, ну мы довольно-таки в хорошем режиме идем. Что касается ивы, ну, рулетка и сделка гоблин. Давайте подтвердим сделку. Отлично. О, красные скины, 5 штук. Давайте глянем, может быть собрали на что-нибудь. Да, собрали, 30 есть. Но ну, здесь есть Сартарион, если выпадет, в принципе, да. Но остальные все Феникс у меня есть, ниндзя. Джет, кстати, прикольная. Смотри, какая. Вообще. Ну, красиво. Вообще шикарно. Ну, вот здесь вот молодцы разработчики, конечно, хорошо нарисовали. Так, здесь давайте пробиваем, зарабатываем монеты гоблина. Кто не знает или не помнит, есть определенный у нас магазин, в который мы можем купить кого-либо и что-либо. Ну, здесь продается урт. Вот она, красавица. Ну и вот это вот Арвин. В принципе, она ни о чем. Также можно покупать ключи, фишки, но в ограниченном количестве. Это, конечно, минус. Так бы можно было бы все монеты спускать чисто на приятные предметы. Здесь пакет донатов. Здесь обмен
героев, ну, в принципе, Целестия. Ну, кто играет, кого она в сборке, тому пригодится. Ладно, пойдемте рулетку крутить. Традиционно X80, чтобы забрать наборы пробуждения. Все как обычно. Ничего нового. Погнали. То есть, по идее, мы должны 8 раз сдать. Может быть, кто-нибудь упадет. Ну, сразу говорю, что у меня фоном городской шум транспорта, зима, сами понимаете, машины идут шумно. Так, и X80 мы сделали. Забираем. Самое важное, это вот эти чудо-сферы. Потом идут вот эти фишки. Ну и уже потом все остальное. Ну и по традиции, да. Конечно, вот эти фишки я крутану. Здесь у нас стоит дроу. Можно обновить, на самом деле. А, все равно она стоит. Ну и бог с ним. Давайте. По традиции. Кручу. Здесь кручу я на X30. И последний раз. Все, забираем. Получается здесь красный скин. Получаем две фишки. Ну, это мы уже не будем здесь ради двух штук. А вот это вот, смотрите. Каждая игра повышает шанс получения звездной валюты. Да, это одной. Ну, звездная валюта, вы знаете, что вот используется в этом магазине. Сигурд. А за тот и Иг. И они можно, их можно за 500 рекрутов, в принципе, купить. Вполне себе такой, ну, как бы оптимальный режим. Можно себе позволить. На этом все. Всем пока.